В Международный день волонтеров в стенах Ивановской государственной медицинской академии состоялся круглый стол, посвященный развитию системного добровольческого движения в областном центре. Участниками обсуждения стали лидеры волонтерских студенческих групп и представители некоммерческих организаций. Очень важно сегодня как раз поддержать вот таких волонтеров, тех, которые, что называется, не на виду, не в красивых костюмах, да, не при начальниках, что называется, а которые действительно помогают каждый день. Участники круглого стола обсудили деятельность особой категории волонтеров, которые помогают тяжело больным людям. Добровольцы, участвующие в проведении массовых мероприятий, например, таких как Олимпийские игры, также заслуживают похвалы. Но труд людей, работающих социально незащищенными категориями граждан, ценится намного выше. Однако при всей значимости своей работы волонтеры нередко сталкиваются с непониманием. Их труд зачастую недооценивают. Одна из проблем – это непонимание людей просто со стороны, то, чем мы занимаемся. Они считают, что волонтерство – это блажь, что мы занимаемся этим от того, что у нас слишком много времени свободного. На самом деле мы такие же люди обычные, которые также работают, учатся, и которые в свободное время просто не как некоторые там зависают в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, а пытаются чем-то занять себя, помочь людям. Сколько у Ивана волонтеров, пожалуй, не скажет никто, но каждый житель может сделать доброе дело, например, став донором. Благие дела могут быть разными, но именно они позволяют воспитывать в молодежи чувство ответственности за других и формировать личность. Главное помнить, добро обязательно возвращается. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.